Твои шутки иной раз тихо слушаю. Твои хамские шутки, настаивала она, оскорбительны для женщины, и тебе они совсем не к лицу. Чё поделаешь? Отнимая ухо от спины больной, отчужденно и грустно обронила Ким. В культуре обучался я, в Багониде и на Бедовом. Как здесь воспитала, так и воспитала, извиняйте. Под правой лопаткой сипит, под левой вроде бы не слыхать. Будем ходить или в избушке сидеть? Ходить. А здесь ни при чем. Природа дала тебе ума и так-то довольна. Не форси и не выпендривайся. Эля сердито сдернула с шеи рубаху, полезла под одеяло. Аким, сконфужно пошмыгивая носом, отсчитал капли. Поколдовал над банкой с травяными снадобьями и, понимая, что зубатиться им сегодня не следует. Такой добрый вечер, поддразнил ее, подавая колпачок от термоса с каплями.